Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем наш маленький курс по управленческому учету. Лекция вторая. Классификация затрат. И зачем, собственно, оно нам всем надо, да, и классифицировать. А давайте разберемся. Очень часто, приходя на проект, мы начинаем разговаривать с экономистом, с бухгалтером, и он начинает сыпать вот этими терминами. Затраты постоянные переменные, затраты косвенные прямые, затраты основные накладные. Начнем сначала. Постоянные затраты не зависят от объема. Переменные им, собственно, определяются. Что это значит? Якобы существуют такие затраты, которые вообще никак не связаны с объемом производства. Соответственно, существуют такие затраты, которые вот 100% определены объемом производства. Что показывает реальная практика? Вот с переменными затратами проще, потому что такие затраты у нас попадают куда? Такие затраты у нас попадают в спецификацию на производственном предприятии. Собственно, если мы что-то не выпустили, то мы это и не затратили. Да? Я немножко откачусь назад, да, скажу про то, что такое затраты. Ну, это, в общем, компания тратит какие-то ресурсы на достижение своих целей. На всякий случай, если кто не знает. Вот. Если мы берем банку краски и просто выливаем ее из окна, то это потери называется. В нашем случае мы пока поговорим именно о затратах. Вот. Потери мы просто потом спишем на финрез. Вот, важно, да? Постоянное не зависит от объема. Ну, давайте с вами подумаем, действительно ли это так. Наверное, первое – это оклады. Но теоретически оклад действительно не зависит от объема. Но на практике, если объем производства вырастает в разы, то сотрудник очень быстро приходит и просит прибавки. Поэтому на самом деле я избегаю термина «постоянные затраты». Без большой нужды, да? И говорю обычно условно постоянный, потому что у нас на 1000 единиц продукции хватало арендованного производственного помещения, на 2000 уже новое нужно. Вот. Электричество больше надо, да, на самом деле. Мы точно не знаем, насколько потратится больше, но больше, чем когда у нас было 1000 единиц изделий. Вот, а когда 500 изделий, выясняется, что меньше. Но мы же не вносим электричество в спецификацию, как я только что сказал. Не вносим. Поэтому на самом деле это условно постоянные затраты. И да, зарплата гендира чаще всего тоже имеет бонусную часть, которая сильно зависит от результатов компании. То есть, а результаты компании, они нередко напрямую связаны с объемами выпуска. Именно поэтому граница между этими двумя понятиями, ну, размывается. Косвенные и прямые. Ну, прямые это вроде бы просто, это одно место возникновения затрат, то есть по одной конкретной номенклатуре. Вот мы выпекали хлеб, конкретно на него списали там муку, воду, масло, дрожжи. Косвенные мы, например, перевозили поддон с хлебом и булочками и батонами с одного края на другой, да, там склада. И вот у нас косвенные затраты, потому что, ну, непонятно. Если мы с вами обратимся к 1С ERP, мы с вами поймем, что 1С ERP вообще очень плохо понимает понятие косвенных затрат. По сути, оно вообще его не очень-то понимает. Потому что у нас есть понятие такое, как вид аналитики в статьях расходов. То есть, если мы говорим про спецификацию, то там точно прямые. Но в статьях расходов, если кто-то видел возможность указать два вида аналитики, напишите, пожалуйста, в комментариях. В реале только один. То есть, на самом деле, 1С ERP при корректном заполнении, я не говорю про тот вариант, когда мы не указываем вид аналитики, это грубейшая ошибка методологическая. Вот. Почему я рассказывал уже? Соответственно, да, мы указали статью расходов, и система говорит, укажите вид аналитики. То есть, это будет либо один склад, либо одно подразделение, либо одна номенклатура, либо один заказ на перемещение. Один. Не два. Ну, поняли меня. Основные и накладные. Основные – это затраты на основную деятельность, накладные – затраты на вспомогательные процессы. Обычно рядом в учебнике написано, основная деятельность – это производство, вспомогательные процессы – это коммерческие и административные процессы. Ну, честно я вам скажу, если предыдущую еще как-то можно понять, то это вообще полный бред. Полный вообще бред.
Простите, что такое производ, если полагаться именно на учебники, я имею в виду бред, вдруг кто не понял. Что такое производство? А логистика – это основной процесс? Нет, это вспомогательная логистика. Простите, я полагаюсь на концепцию supply chain management. Supply chain management, то есть управление цепями поставок, я вам рассказывал. Да, там есть у нас вот закупка, склад, транспорт, производство, ПДО, сервис туда входит, если кто не помнит модель, да, цепи поставок. Ну, что? Что здесь основное, что вспомогательное? То есть ваше оборудование, которое вы произвели, раз мы говорим в основном про машиностроение, его монтируют сотрудники сервисного отдела, но вспомогательный процесс или основной? Кто додумался вообще коммерческие процессы выносить вспомогательные? А что такое административный процесс? Это IT? Так я вам открою, что в 4-й промышленной революции IT – это один из ключевых процессов компании. Мы об этом уже с вами говорили. То есть вообще полная какая-то ерунда получается абсолютно. Вот. Я не делю вот так основные накладные в управленческом учете. Вообще вот это вот все вот это деление на самом деле в управленческом учете, оно такое относительное. Для чего оно вообще нужно? Для того, чтобы планировать. То есть вам надо запланировать, допустим, на изменение структуры затрат при удвоении объемов производства. Вот, и вы знаете, что на одну единицу у вас сейчас тратится там 1000 рублей. Соответственно, что мы предполагаем, что если единица станет там 2 единицы, там 2000 единиц, то у нас уже сумма там вот будет больше затрат, там 1000 на 1000, то есть на 1 000 000 условно больше. Но на самом деле, вот самое такое простое, мы выпускали 1000 единиц, допустим, по 1000 рублей. Теперь мы будем выпускать 2000 единиц. По 1000 рублей. Постоянные затраты у нас составляли 250 тысяч. Ну, по этой логике у нас получается, мы будем выпускать 2000 единиц по 1000 рублей, у нас будет 2 миллиона. 2 миллиона 250 тысяч. Как бы не так. Как бы не так. Вот эта формула вообще вполне может быть полной ерундой. Потому что при удвоении объемов производства, допустим, мы перестаем, ну, во-первых, мы перестаем просто умещаться элементарно в цеху. Во-вторых, нам нужно еще пару-троечка станков, на них нужно еще наладчик. То есть у нас куча постоянных затрат, якобы постоянных, начинает зависеть от объема производства. А когда у нас в два раза сокращается объем, выясняется, что можно пару станков отправить на склад, а пару наладчиков уволить. Давайте уже будем реалисты. И вот наши переменные, ну, простите, постоянные затраты летят в тартарары. Соответственно, переменные, да, запланировали, постоянные, все анализируем для того, чтобы что-то планировать. Тщательно анализируем каждую статью, как она связана с реальным миром. Не впадайте в ересь финансистов, которые оторвавшись от реального мира, вообще там что-то в табличках Excel прогнозируют. Понятно. Косвенные прямые. Ну, вообще, конечно, к прогнозированию это имеет все очень далекое отношение. По большому счету, это удобно для того, чтобы работать с центрами финансовой ответственности. О них я тоже рассказывал, да? Повесили на центр финансовой ответственности, у нас там центр затрат, а есть, который еще центр прибыли, и есть те, которые косвенные, их надо как-то распределять. Но это мы с вами опять же в ERP смотрели, это когда мы, допустим, вешаем, допустим, на заказ на поступление, у нас там внутри на номенклатуру мы вешаем затраты на доставку, там 10 тысяч рублей. И внутри у нас, например, мы говорим распределить по весу. У нас была там одна строка, в котором было 9 тонн и одна строка, в которой было 10, простите, 1 тонна, да, в сумме всего 10 тонн. Понятно, 90% у нас ляжет на, ну, это 10 тысяч, то есть 9 тысяч ляжет на ту номенклатуру, которая была 9 тонн. Это вот как раз для чего нам нужны косвенные прямые затраты, понимать. Да? Если мы с вами понимаем, что это реально прямые затраты, то нам надо так выстраивать, опять же, структуру статей расходов. Потому что вообще прямые, реальные прямые, которые по спецификации, они без нас будут прямыми. А вот в рамках статей расходов в 1С ERP, ну и 1СКА, мы должны корректно это настроить так, чтобы все-таки статья расходов упала конкретно на 1МВЗ. Ну, максимально более реалистично. Вот. Наверное, мы понятно. Основные накладные... Ну, честно, вот поделите, как бы,
Это больше нужно для налогового учета, бухгалтерского. Если будем когда-нибудь его с вами рассматривать, вернемся. Ну, некая такая просто условная группировка, что вот, ну, еще раз, мы там выделили. Но просто я встречался реально в учебнике, в котором к накладным расходам относились затраты на разработку. То есть фундаментальное подразделение современного производственного завода, да, современного завода, да, plant, это цепь поставок и НИОКР, да, объединенный. Вот из всего этого подразделения у нас только производство относится на основную деятельность. То есть я категорически с этим не согласен. Вот, ну, еще раз, если в целях регламентированного учета мне скажут вообще все отнести на вспомогательную деятельность, то, уважаемое государство, я отнесу все. Но никаких решений принимать я не буду, да, потому что если у меня отчет покажет, что у меня 15%, там, 20% затрат моих уходит на основную деятельность, 80% на накладные, я тут, наверное, должен постучаться головой об стол, как я видел пару раз. Ох-ох-ох, наша компания ужасно неэффективна. У нас там накладные расходы составляют 80%. Нет, давайте тогда договоримся, что относится к вспомогательным процессам реально. Вспомогательный процесс, HR, АХО. Вот давайте так вот, все, что относится к затратам именно этих служб, будет вспомогательным. Я вот реально на реальных кейсах исправлял структуру основных и накладных расходов в управленческом учете, который применяли. Выяснялось, что у нас на основные расходы уходит не 20-25, а 75-85. Вот вслушайтесь. До моего исправления 20-25, после моего исправления 75-85% затрат компании. Но, собственно, заказчик, который смотрел на эти затраты, у него волосы на голове шевелились, потому что вы понимаете, что 25% вот уходит на реальную основную деятельность. Вот человек читает, у него нет мега-фин-образования, мега-бух-образования, мега-экономического образования. Он это все читает, и у него просто вот мозг взрывается. Что это такое? Почему мы тратим четверть наших денег только на основную деятельность? Почему мы прожираем три четверти наших денег? Ну, я же сказал, фин-бух, да, там, экономическое или просто внедрение, типа, меня. Но мы обязаны понимать это все, потому что финансисты, бухгалтера, экономисты нередко такую ересь просто закладывают в свои модели учетов, что волосы на голове шевелятся. Даже у тех, у кого не выпали. Вот. Но я искренне надеюсь, что я рассказал понятно и подробно, поэтому пока спасибо вам за внимание. До свидания.